Всем привет, сейчас я нахожусь в Египте на Red Sea Poker Cup. Сегодня здесь проходит турнир 6 Max. И участник этого турнира, только что удвоившийся, привет. Привет. Расскажи, как давно ты сюда приехал, чем занимаешься, когда не играешь, как тебе сам Египет, как тебе серия? Ну все отлично, приехал 2 дня назад, поиграл уже кэш, вчерашний турнир за 559 Max не сложилось, сегодня вроде складывается получше. Кэш хороший, организация тоже ничего. Вот, а так целыми днями катаю, в принципе, и в Москве, и здесь. Слушай, а вот кэш поиграл, вообще расскажи про кэш. Какой кэш сильный, слабый, поднял, залил? Ну, радует, что в Египте много итальянцев. Ребята заливают на 5-10, поливают хорошо, поэтому профита много. Ты часто ездишь на офлайн-серии? Нет, это третья серия. Был в Вене на ЭПТ и в Киеве на РПС неделю назад. Скажи, вообще, как тебе погода, как тебе акулы? Акул видел? Не купался, еще не успел, пока только в бассейне, в отеле. То есть ты только играешь и купаешься в бассейне? Да, да. Скажи, а вот как тебе вообще, ну вот, дух есть какой-то? Вот если описать всю серию одним словом, как бы ты это назвался? Беспредел. Ну не знаю, народу маловато пока. Какие ожидания на мейн? На мейн, ну первое место, конечно. А играешь от себя или доли продаешь, бекер? Не, ну я сейчас в команде Фокс. Ездим с ребятами, один бейкер у нас. Отлично, а расскажи раздачу, на которой удвоился буквально вот несколько минут назад. Ну парень агрессивный, порейзил 1600, при блайндах 300-600. С баттона я заслуплеил дам с малого блайнда и с большого пихнул 16 тысяч алын итальянец. Но опять же, заколил, там туз 10. И, соответственно, стояли дамы. Клуб валет хай, поэтому все хорошо сложилось. Никогда в жизни не слуплеил дам, но тут как-то получилось. Ладно, спасибо тебе огромное. Удачи тебе в турнире.